У меня пару предложений, не предложений. Находясь в России, может показаться, что правды не существует. Для этого приложены большие усилия со стороны нашего государства. Спасибо. Но правда есть, и мы на стороне правды. Не так важно, где вы родились, русский вы или не русский. Я родился в Казахстане, это ничего не значит. Главное, на стороне правды вы или нет, на стороне добра вы или нет. Я считаю, что мы все здесь на стороне правды и добра. Об этом нужно помнить, к этому нужно стремиться, нужно это поддерживать. А вторая вещь, которую я хочу сказать. Не забывайте отправлять деньги на Украину. Этого сегодня не произошло, это важно. Если вам кажется, что это не персонализировано, вы никому не помогаете, мне кажется, это не совсем так. То есть, если у вас есть возможность, пожалуйста, отправляйте. Украина платит кровью, платит жизнями, а мы можем потратить только свои деньги и некоторое количество времени. Всем спасибо.